Так, ну и вот наш главный герой в исполнении Jurassic World The Game. Вот так он выглядит. 20 уровень. 30 уровень. Ну ничего, стал похож больше на какой-то носок. Кажется, очень большой по размерам, но не очень большой по весу. Давайте читать. Так, это ужасная птица, выше человеческого среднего роста. Да вообще ничего так выше, на больше, чем на метр выше среднего роста. На полтора чуть ли не. А, большинство ученых предполагает, что она могла достигать 3 метров. Но какой же это у них средний рост? У нас средний рост где-то 1,75 м. Так, эволюция 2. Келенкан прославился своим огромным черепом, около 60 сантиметров в длину. Он обладал самой большой головой среди всех известных птиц. Да, но клюв у него довольно как бы тонкий, вытянутый. У того же фараракса он более массивный выглядит. Но клювы у птиц пустые внутри. Так, с помощью массивного клюва Келенкан убивал добычу несколькими сокрушительными ударами. Но это одна из теорий, такая самая правдоподобная, которая мне тоже больше нравится. Что он просто догнал, клюкнул и убежал. Так, ну давайте сейчас мы это все дело прокачаем. Не будем смотреть на ужасную смерть этой птички. Точнее, этой крыски. Мы сейчас качнемся. Так, делаем еще одну птичку и идем сражаться. Так, ну такую мелочь можно и ногами. Ноги, конечно, моща у них. Там такая кожа огрубевшая, что просто... Так, запоминаем. 450-120. 450-120 и 700-200. 700-450. Ну, погнали искать. У нас тут, кстати, сейчас идет уже, внимание, босс. И это новый босс, ребята. Это новый супер-босс Вулкан 19. У нас такого не было. У нас был Цератопс, но он был не такой. У нас был Цератопс. Так, у меня статуэтка где-то должна быть от него. Ага, статуэтки за него тогда, по-моему, еще не давали. Так, идет турнир, в котором я еще не участвовал. Подождите, это кто? Ты кто такой? Так, Протерогиринус. Протерогиринус. Ничего себе у нас событий навалило, ребята. Ладно, нужно будет на этих выходных активно трудиться. Так, вот Вулкан 19. Протерогиринус. Хорошо, но мы идем сейчас в Кайнозои. Кайнозойские с усилениями. Так. 700 жизни на 200 удар. Вот то, что мы сейчас ищем. Так, тут удар намного помощнее идет. Вот где-то здесь уже должен быть. на 200. Ну тут сила удара решает в сортировке. Келенкин, выходи. Так, фараракс у нас здесь. Да, где ты? Ничего себе. Надеюсь, я здесь пропустил его. Здесь буду 2 20-х. Так, вот. А того я пропустил, получается. на 200. Где же ты, где? Моща ты наша, куда ты спрятался?
Ну вот уже 600 на 200, вот. Погнали. Ну, нас вряд ли накажут в таком составе, потому что редко попадаются кайнозойские, в принципе. И да, у нас тут будет все в порядке. 270-200 сила удара. Ну, у нас команда повеселей. Такой крохотный против Тирекса, это, конечно, правда. Ну давай, давай, нападай. Так, ну мне тут, естественно, не нужно Келенкиным нападать на кого-то, тем более 20-м. Так что я жду. 5. Ну, я его сейчас просто загноблю. Давайте 5 сделаем. Да. И победим. Келенкин. Моща. Да, но эту серию, наверное, я выложу через неделю даже, потому что Jurassic World Alive, новый босс, новый турнир на новое существо. Слишком много супер классного видео получится, если это все в один день сделать. Надо как-то распределять свои силы. Придется отложить эту серийку. Ну, может, выложу ее среди недели, во вторник. 4. Выпускаем нашего зверя. Так, сравниваем его с Галимимом. Ну, как-то помассивней. Ну, в смысле не пожирнее, а шея, конечно, явно потолще. Ну, примерно равны, да? Так, по габаритам. Но, увы, оружия у Галимима не было. А по ногам птички-то помощнее будут. Так, вращаем нашу супер-рулетку. Закрываем, возвращаемся к нашим птичкам. И эволюционируем. Он там чё, спал? Так, на более мощной птичке нужно это будет проверить. Так, не будем мучать крысу. Так, ну и вуаля. Он много не съест, еды я насобирал, точнее, накупил в гавани. Ну, чё-то он как-то вообще фонарь изменился. 900 на 275 сила удара у нас получилось. Так, ну, скриншоты у меня не работают. Придется потом делать. Так, вот такой вот у нас Келенкин. 970 на 270. Пошлите... А, нет, стоять, пошлите как-то. Эволюция 4, читаем. Келенкин является одной из 18 известных науке хищных птиц из семейства фарораксовых. Именно 18 было в семействе фарораксовых? Или их всего было 18, а он просто входит в фарораксовые? Вот такой вот вопрос у меня возникает. Ну ладно. То есть еще 18 хищников. Ну, их довольно много. Мы об этом знаем уже. Так, 900. 1000 на 300, грубо говоря. Во-во-во, где-то здесь. Здесь фарораксовый находится рядом. Вот, смотрите. Возьмем вот так. Вот так. И фарракса возьмем, давайте. Он у нас вообще там жуткий демагер по сравнению с фарраксом. Точнее, с Келенкиным.
Фарарак Демагер. Жизни меньше, удар чуть ли не вдвое сильнее. И у нас там есть пещерный. А пещерный как раз это то, что нам нужно. Так, ну, мы тут панкуем. Вот, я хочу, чтобы в Jurassic World Live еще Кабразуха найти. Так, он подменился. Ну, в принципе, нам все равно. Нам на руку. У Келенки на жизни побольше как раз против песика. Но правда мы много потратим баллов, чтобы его пробить. Сила удара у нас небольшая, 6. Ну, на все 6, хорошо. Ну давай, птичка, покажи, где раки зимуют. Ну вообще, по логике, да, птица, амфибия, то есть птицы сверху, амфибии внизу, обычно это дает бонус. Ну если бы еще он летал. Ну не буду защищаться. Лабиринтозавр нас, скорее всего, пробьет, если он подменится. А мегистотери точно нет. Вообще не страшно, то есть мы тут вообще в диком преимуществе получились. Сейчас мы заклюем вот этого носорога длинного. Где такие складки всегда напоминают какого-то древнего носорога. Давайте суперку увидим от Келенкина. Вот так вот, нашинковали его. Ну и давай, мегистотери, покажи, на что ты способен. Так, ну вот, выходим на сцену Фарракс. Ну, Фарракс выглядит как-то помассивнее, поужаснее из-за своего клюва. Угу, сила удара, смотрите, какая. Чуть ли не два мегистотерия за один удар пробиваем. Вот и все. Ну, на этом, ребяточки, надеюсь, вы уже поставили лайк, даже написали комментарий. Если этого не сделали, обязательно сделайте. И регулярно заглядывайте на страничку сообщества на ютубчике. Там новости выходят оперативно. До скорых встреч!